Война войной, а обед по расписанию. Вот готовлю плов. Вот. Обжарил мясо. Вот уже почти она это с лучком. И вот такой морковь. Вот она. Для плова вот так надо делать обязательно. Вот так. И она должна вот так вот запариваться. Морковь должна запариваться. И какой же рис здесь используется для плова, я здесь люблю. Вот такой плов, она, это рис, она как бы это, немного такая вот. Вот этот рис, она подходит как-то больше мне, это самое. Болго тоже плов хороший, вот, но вот такой рис я пользуюсь, вот таким рисом здесь. Вот этот самый рис такой, вот такой вот. Он получается от него хороший это. А то большинство это рис здесь похоже на сечку. Из него плов хороший не получается. Но это тоже надо промыть раз 10 я под водой. Хорошо промываю. Вот так. Вот сейчас она прожарится немножко чуть-чуть. Это мясо с этим потушится, морковь. Сверху рис. Водичка должна быть вот, вот как мой палец, вот так выступать сверху риса. И все. Вот такие дела. Пока-пока.